купил светодиодный прожектор 10 ватт, 5700К холодный свет. Ну, в общем, вы видите, степень защиты IP65. Это, в общем, он может под дождем. Плюс еще здесь есть датчик движения, который можно регулировать. И у меня на двери такой же вот стоит. Он прослужил, так, сколько, года 3, наверное. И все. И уже там он перегорели много точек. В принципе, там можно его открыть, вот эти контакты сделать, но осталось очень мало вот этих вот, которые могут свет давать. Да и возиться, короче, не хочу. Вот стоит эта штука 1000 рублей. А тут что прикольно, то что датчик движения, можно контролировать это все вот сзади. Регулировка времени срабатывания, радиус обнаружения, ну и так далее. Сейчас буду его заменять. И тут прикольная штука, у меня тут камеры везде стоят. Здесь камера, там камера. Ну, короче, по периметру много где есть камеры. И удобная вещь, когда заезжаешь, короче, сюда на машине или подходишь, и автоматически включается вот этот свет. И видно, куда ты подъехал вечером, выйти удобно. Не надо ничего включать, выключать. И когда люди, например, какие-то подходят, тоже автоматом включается. И у меня эта камера начинает записывать движение. Ну, кто тут ходит, что происходит вообще. Плюс еще эта штука у меня подключена, у меня установлена солнечная батарея, за счет солнца работает. Так что, как бы, даже если будет работать и расходовать электроэнергии, как бы мне пофиг, все от солнца, вон, солнце и зимой, и, ну, короче, круглогодично. Очень удобная вещь. Сейчас буду это все дело менять, ставить новое. Тот, в принципе, работает. Датчик тоже рабочий. Можно датчик куда-нибудь приспособить. Так что сейчас принесу скамеечку и буду это все дело менять. Очень удобно такие штуки вон ставить. Там, на гостевом доме, у меня такая же фигня. Там вон камера стоит, записывает в HD-качестве полностью здесь, на улице, все, что снимает. И там тоже с датчиком движения стоит это свет, когда какое-то происходит движение, камера снимает, и все это в отличном качестве сразу видно, вот что происходит. Ну, это, во-первых, безопасность, естественно. Но даже больше не для безопасности, а посмотреть, например, что происходит, когда тебя нету дома, что там делают дети, двор. Ну, в целом, как бы, безопасность, можно сказать. Удобство, короче говоря. Вот так вот. Ну и тут еще очень удобно, что тут камера снимает бассейн. И когда здесь дети купаются, можно по камерам посмотреть, что происходит, обстановка, все ли в порядке. Ну, чтобы не бегать, не следить там за детьми. Просто подключил в приложение, там, смотрел на телефоне. Купаются, все нормально, как бы, и ладно. Все, короче, сделал. Все лампочки вон горят. Все отлично светит. Переподключил, и сейчас все это дело замотаю, сделаю обмоточку. И тут вот есть регулировки. Вот, можно включать, чтобы ночью работало. Вот так это. Сейчас будем кушать котлетки прикольные, макароны с бантиком и с нашими овощами салат.
Ну и хлеб, конечно, наш. Спасибо. После обеденное время, и у нас такой мощный гром, как будто сейчас Армагеддон наступит. Потихонечку сейчас он дождик капает. В такое время опасненько, короче, на улице гулять, потому что очень мощные разряды, как будто там боги прям реально гневаются. Если бы я не знал, что такое молния и вот эти громы и все такое, вот реально подумал, что там где-то боги злятся. Что еще можно вот подумать? Даже сейчас, зная это, это такое ощущение. А потом видишь, что молния фигарит вот так вот в землю, еще в людей попадает. Это. По-любому думаю, что это боги. Кто еще? А может быть, это реально они. Пока что вроде типа тишина. Потихонечку дождик капает. Затишье перед бурей. Снял или нет, он только что камеру хотел выключить, и там молния мощная. Вон, голуби летают. Вот это разряд. Ты ж. Ничего себе. Мощно. Птицам пофигу, летают там. А звук, кстати, запаздывает всегда. Сначала вот эта молния, а потом уже вот этот гром, грохот. Ну и все, понеслось. Офигеть, за секунду. Мощно. Вот это полив. Убери там этот, Милан. Убери там. Двери закрой. Ливневка не выдерживает, прикиньте. Просто льет. Обалдеть. Вот это фигарит вода, блин. Ливневки все переливаются. У меня здесь вокруг дома построено вот. С основной крыши льется на вторичную, и она не выдерживает, отсюда его просто льет. Мощно! Смотри, как вода льется.
Европа? Да. Бассейн наполняется, Милан. А? Прячется. Куда-то. Кто-то убежал. Кто-то забдел и убежал. А мне нравится. Прикольно. Какой воздух, блин, чистый, а? Вкуснейший. А, вот это аромат. Крутяк. Прям охота сейчас в бассейн нырнуть. Все. Сейчас буду делать хлеб. Между делом. На улице так льет хорошо, все. Офигенно, сейчас все польет. Мы еще сажали деревья в поселке. Их никто поливать не хочет. Вот. И мы за всем, конечно, не успеваем. И когда вот такие дожди, это хорошо. Потому что эти деревья будут поливаться. Тут-то мы польем. В принципе, некоторые там на улице тоже, но весь поселок поливать тоже как бы возможности и сил нету. А люди проходят мимо, никого не интересует. Все только хотят, чтобы уже дерево вот такое было. А то, что у них там за забором, это неинтересно, как бы. Есть пару человек, вот, которые чуть-чуть как бы следят за деревьями. Но в основном вот целый поселок людей, всем по барабану. Тут буквально прям на пальцах пересчитать несколько человек, которые помогают озеленять. А в основном всем глубоко насрать. Вот. К большому сожалению. Поэтому нам помогают боги поливать деревья. Такие, ладно, Эдгар, не бзди, все нормально, сейчас мы польем. Не надо надеяться на этих людей. И как польет, вон там молнии фигарят вообще. Прям мощно. Ну вот у нас как бы жара заканчивается, вот такой всегда история. Типа тут у нас 3-4 дня жары было, и потом вот такой пипец наступает. Все, ливень закончился. Вон последние там тучи сейчас уходят. И на улице красотища. Так, все хорошо полилось. Прям обалденно. Еще грозой. Прям гром, молния, гроза. Вообще все, что можно. Природа просто сейчас кайфует. Красота.
и поливать газон не нужно. Короче, искупались деревья, чистенькие, воздух просто шикарный, хорошо. Поставил тут чуть-чуть он хлеб, поднялся, вываливается уже даже. Вообще крутяк, еще такой мягкий. Сейчас поставлю выпекать. Хлеб просто супер. Так, хлеб пиликает. О, говорит, что он готов, так что достаем. Офигенно выглядит. Вот такой вот хлеб получился. Единственное, когда я его доставал, так как вот эта шапка слишком большая и оторвалась сверху, нижней части осталось, отдельно достал. Вот. Нужно чуть поменьше делать, наверное, хлеб. Но зато он получился очень вкусный. И вот можем посмотреть. Вот такая вот штука. Как вам? О, мякиш. Смотрите, какой пористый. Просто обалденный. Тут у меня есть сванская соль. Он придает очень вкусный аромат. Обалденно просто. Вот эта вот корочка. Вообще вкуснотища. Хрустит прям. Супер. Хлеб так хлеб. Какие-то чипсы какие-то. Просто супер получилось. Хлеб кушаем в бассейне. Чё, нормально? Вкусно? Это новая фишка. Вот в России так дети купаются в бассейне. Только когда испечешь хлеб, вот. Испугается. Да. Не холодно вам здесь купаться? Нет. Нормально? Да. Ну, все. Вечерний грибной дождик. Красота. Солнце светит и растет трава. Красота. Я тут сижу, пью чаек, прикольно. И дышу офигенным воздухом.